Стипендию первого президента деятелям искусства учредили еще в середине 90-х. В этом году она присуждается вот уже в 26-й раз. Ежегодно такой финансовой поддержкой государство вдохновляет десятки выдающихся личностей. Это кинодеятели, артисты и музыканты. В этот раз стипендии удостоились 75 человек, чье творчество знает и ценит вся страна. Присуждение ежегодной государственной стипендии первого президента Ельбасы деятелям культуры и искусства, одаренной молодежи – это пример состоятельности нашего независимого государства. Уверен, что государственная поддержка придаст вам новый стимул к поиску новых идей и проектов. С начала нулевых стипендию начали присуждать и молодым талантам, с которыми еще в то время многие связывали будущее казахстанского искусства. Музыкальный журналист и искусствовед Валерия Недлина – обладатель звания отличника сферы культуры. Она занимается исследованием казахской музыки, а прославилась тем, что когда-то привезла из российского архива неопубликованные произведения основателя казахской фортепианной музыки Александра Затаевича. Она постоянная и очень такая системная, эта поддержка. И очень помогает в работе, потому что освобождается время и ресурсы для следующих проектов и по исследованию казахской культуры. Деятели культуры и мэтры не скупились на благодарность за поддержку и внимание, которые получают они и вся отечественная культура. Каждый из них отмечает, что жизнь не заиграет звуками и не будет красочной без музыки, театра и кино, которые должны развиваться, воодушевляя своих преданных зрителей и слушателей. Получаем награды. Это всегда радует. Такое внимание и помощь особенно необходимы людям творчества. Мы видим, что сейчас повсеместно создаются условия для поддержки национального кино. Спасибо. Сегодня на церемонии почетный орден Барыс первой степени вручили народному артисту и актеру драмтеатра имени Ауэзова Сабиту Оразбаеву. За полвека своей богатой актерской деятельности он сыграл больше 100 ролей, предстал в спектаклях «Козы Курпеш», «Баян Сулу», «Габита Мусрепова», «Дяди Вани», «Чехова» и во многих других. Сегодня актеру исполнилось 85. Ауэзов театральным. Спасибо за поддержку. В этом году нашему театру имени Ауэзова присвоили статус «Национальный». Это большая честь для всего творческого коллектива театра. В завершении встречи госсекретарь пожелал участникам успехов и новых творческих побед. Ну и как тут без традиционного фото на память? Айдана Нурашко, Ник Калуев, телеканал «Алматы».